Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Lexus RX. Ремонт задней части. Левое заднее крыло на замену, правое буду ремонтировать. Но сначала мне надо вытянуть правое заднее крыло. Ладно, начинаю. Теперь удаляю крыло. Крыло удалено, внутренние усилители тоже повреждены. Их тоже удаляю. Это был последний кусок. Теперь я подровняю детальки на машине. Здесь закончил. Теперь возьму нужные детали с донорского куска. Нужные детали у меня есть. Теперь я их устанавливаю и свариваю.
Внутренние детали приварены. Выравниваем места соединений на панели. Примеряю четверть. Отлично. Привариваю. Сварочные работы закончены. Заливаю сварочные швы оловом. Oh,
Левым задним крылом я закончил и отравнял небольшую вмятину на правом крыле. Немного герметика. Последний этап – установка фонаря и бампера. Моя работа с этой машиной закончена. На эту работу ушло 27 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!